Телеканал КРТ представляє. Так сталося, що самі, ну не знаю, це така тенденція, що постійно якась зрада відбувається. От самі патріотичні патріоти, виявляється, мають російське громадянство. Це зараз йдеться мова про Павла Казаріна, у якого з'явилося два паспорти. Внутрішній російський і загранпаспорт російський, який треба було отримувати безпосередньо в Москві свій час. Що, ну, як ставитись тепер іншим людям? Може, це всім патріотам треба мати російський паспорт? Чи це так, випадковість? Помнишь, Тарик, мы уже с тобой это обсуждали. Это такая хитрая спецоперация. Побольше заслать наших людей в Москву, поднять там восстание, выгнать Путина наконец. Это мы восстание, да-да-да, в остальном выпуске. Вот, поэтому это как раз вписывается в канву этого глобального плана по развалу России. Вот, и ты не думай ничего там плохого про наших патриотов. Они специально получают паспорта Российской Федерации, чтобы потом совершить там восстание. Вот, надо более глобально смотреть на вещи, понимаешь? Конечно, каждый там может очернить сразу, что вот, знаешь, там они такие там двудушники, там, вот, получают паспорта. Надо шире смотреть. Они в перспективе работают на развал России. Тобто, по великому рахунку, для того, щоб виконати цей план, нам всім треба підключатися до цієї справи і отримувати російське громадянство. І так ми всі отримаємо, а потім виберемо Петра Олексійовича Порошенка президентом Росії. И он точно все. А лучше Яценюка. Вот Яценюк точно развалит. Порох, у Пороха там же бизнес есть, в конце концов. Вот, а у Яценюка, вот он может построить там, там стену с Китаем, например, начать строить. Вот, или еще что-то. Вот, или там какую-то пенсионную реформу он будет там проводить. Или рубль обвалит в три раза. Вот, лучше все-таки Яценюка. Вот Яценюк, это был бы классный президент России. Да, потому что Яценюк тогда бы мог бы одразу побудовать стену между Россией и Китаем. Между Россией или Северным полюсом. Баренцевым морем, да. И всем бы гордиться от дельфинов. И совершенно верно. Помнишь, всех, кто загружает державности? Жириновский, он говорил, что вот мы русские, ну, это, конечно, смешно с его уст, вот, но мы русские когда-нибудь выберем президента Америки. Да, вот, да. Так и случилось. Вот, и мы, украинцы, будем засылать побольше туда наших граждан, они будут получать паспорта России, и мы выберем когда-нибудь своего президента. И это будет Яценюк. Супер. От ідея дуже класна. Тобто стратегію я бачу, це таке, ну, стратегічне рішення, але я не розумію, чому патріотичні ЗМІ, там, різноманітні ресурси, вони не розганяють цю тему. Тобто, ну, ми дізналися, там, завдяки Страна.ua, там, Шарі.net, що Павло Казарін отримав громадянство і що такий хитрий Еще план є. А вони надо, про це мовчать. Треба побольше наших агентів підготовити, знаєш, там, мільйонів 5, 6, 7, 8. От, розумієш, от ці от, там, Шарі... Тобто, тихенько все. Тихо прийшов, тихо да, пішов. Страна.ua, вони от поки що от зря, це був фальстарт, надо потім. Когда окажется, что у наших там депутатов есть гражданство России, когда там у чиновников, возможно, каких-то будет гражданство России, только тогда.